И хочу с гордостью поделиться ответом, который был нами получен из Управления судебных приставов по Краснодарскому краю за подписью начальника отдела правового обеспечения Чирва ЕА, в котором говорится, что раз нет установленных лиц, то и заявление не может быть рассмотрено. Смотрим данное решение. Итак, дорогие друзья, один из документов, который я хочу также предоставить вашему обозрению, это документ за номером 23-907/18-69-909 от 1.10.18 года. Данный документ это из Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Подписан он начальником отдела правового обеспечения ЕА Чирва. И данный ответ гласит о направлении постановления об отказе в рассмотрении жалобы. То есть он состоит из двух частей. Это вот самого о направлении, значит, рассмотрении жалобы. И, значит, направляю копию постановления заместителя-руководителя УФССП России по Краснодарскому краю от 28.09.18 об отказе в рассмотрении жалобы Жилина для сведения во второй адрес для исполнения в установленный законом срок. Итак, значит, вот копия постановления, копия жалобы и, как мы видим, аудио и видеоматериалы на диске. Значит, давайте теперь мы посмотрим, что же у нас в постановлении имеется. Так, данное постановление у нас подписала заместитель руководителя М.Ю. Ныренкова. И давайте мы теперь вникнем в суть данного отказа. Заместитель руководителя главного судебного пристава Краснодарского края М.Ю. Ныренкова, рассмотрев поступившую в порядке подчиненности жалобу Жилина С.А., о признании неправомерных действий судебных приставов исполнителей отдела судебных приставов по Западному округу города Краснодара, установил 25.09 входящий номер такой-то 70-193/18АЖ в управление поступила жалоба Жилина о признании неправомерными действий судебных приставов. Исполнительный по ОУПДС отдела, о фамилии, имени, отчеству которых заявитель просит предоставить информацию о применении к должностным лицам мер дисциплинарного характера. А в том-то и дело, что я прошу предоставить мне эту информацию, потому что, как мы помним, весь сыр-бор из-за того, что государственные служащие Федеральной службы судебных приставов Высокий в черном, как мы позже выяснили, это был Рыжов, и Лысый пристав, как мы также позже выяснили, это был Высочин, они не представлялись. И я и не знал, то есть подавая жалобу, я и просил, чтобы их личности были установлены, и в отношении этих уже установленных лиц были проведены, скажем так, действия, проверка их действий закону. И мы дальше вот видим. По смыслу главы 18 закона 229 ФЗ об исполнительном производстве жалобы в порядке подчиненности подаются на действия бездействия постановления должностных лиц, связанные с принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и должностных лиц. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 125 закона, именно вот этого, 229,
должностное лицо службы судебных приставов отказывает в рассмотрении по существу жалобы на постановление действия-бездействия, отказ в совершении действий, если не были соблюдены требования, установленные пунктом 1 части 2 статьи 124. А там именно говорится о том, что должны быть указаны фамилия, имя, отчество. В жалобе не указаны должность, фамилия, инициалы должностного лица службы судебных приставов. Действия бездействия, которые и обжалуются. Отказ в совершении действий, которые обжалуются. Итак, вот мы видим. Постановил в рассмотрении по существу жалобы Жилина отказать направить жалобу Жилина для рассмотрения в порядке федерального 59-го закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации. То есть здесь сами приставы говорят о том, что они не принимают к рассмотрению жалобу человека, гражданина, если у него нет данных этих лиц. А откуда они у меня могут быть, если приставы, как мы видим, отказались представляться? Также из Управления службы судебных приставов по Краснодарскому краю за номером 23903/18/7657G от 22.10.18 года за подписью заместителя руководителя Барабанщикова В.Ю. мне была предоставлена лживая информация по судебному приставу. Его представили как сотрудника Джавахова Д.Н. Полагаю, его хотели отмазать от разбирательства, но в ходе судебного заседания было лично мной установлено, что это не тот судебный пристав. Полюбуйтесь на ответ, хотя номера жетонов сотрудников Федеральной службы судебных приставов, участвовавших в данном инциденте, нами были указаны в жалобе. Смотрим. Ответ Барабанщикова В.Ю., заместителя начальника управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. Итак, дорогие друзья, я хочу дать небольшой комментарий по письму от Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю за номером 239-03/18/76-57G. Значит, данный документ подписал заместитель руководителя В.Ю. Барабанщиков. Значит, в данном письме говорится о том, что вот третий абзац, я его сейчас зачитаю и ознакомлю вас с самим этим приказом, на который они ссылаются, эту ложью, о которой они пишут. Смотрите. Значит, в соответствии с приказом Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации от 25.04.2018 года номер 243 об учреждении нагрудного служебного знака судебного пристава, нагрудный служебный знак судебного пристава является официальным знаком ФССП России и подтверждает нахождение судебного пристава при исполнении служебных обязанностей. Точка. Смотрим. Итак, вот он, пункт 1. Нагрудный служебный знак является официальным знаком ФССП России и подтверждает нахождение судебного пристава при исполнении служебных обязанностей. Значит, я зачитываю, это сейчас вот приказ ФССП, на сайте мы находимся, консультант плюс. Значит, все, точка. При исполнении служебных обязанностей. А сотрудник же Барабанщиков дальше пишет: каждый знак является персональным, запятая, в связи с чем не предусмотрена обязанность судебного пристава представляться и предъявлять служебное удостоверение по требованию граждан. Значит, товарищ Барабанщиков, вы, я так понимаю, замечательно дополнили откуда-то это. Вот. Когда мы с вами встретимся в суде, я очень вам
хочу посоветовать внимательно изучить этот приказ 243, и вы мне продемонстрируете, откуда вы взяли вот этот термин, что судебные приставы не обязаны представляться и предъявлять служебное удостоверение гражданам. Итак, продолжаем рассмотрение ответа от заместителя руководителя Федеральной службы судебных приставов Барабанщикова. Во втором абзаце он указывает, что по результатам рассмотрения сообщаем, что согласно постовой ведомости 12.09.18 на посту номер 1 здания Ленинского районного суда города Краснодара пропускной режим осуществляли приставы Рыжов МД, Джавахов ДН и Парфенов СВ. При этом на втором листе, третий абзац снизу, значит, читаем: из представленных вами видеоматериалов установлено. То есть, когда я подавал жалобу, я также и прикладывал видеозаписи, дабы руководители могли посмотреть, что же произошло на самом деле. Дальше. Что вы отказались выполнить законные требования судебного пристава Рыжова предъявить личные вещи к осмотру. Опять к осмотру. Очень замечательно. То есть, здесь из этого документа становится понятно, что этот руководитель видел видео. И, соответственно, возник интересный момент. Как же так? Если он видел видео, то здесь он пишет, что службу несли Рыжов МД, Джавахов ДН и Парфенов СВ. Когда происходило судебное заседание, то на судебном заседании мною лично было установлено, что один из приставов, который находился в судебном заседании, не является тем самым приставом, который осуществлял противоправные действия в отношении меня. То есть товарищ Барабанщиков вносит сюда заведомо ложную информацию. Вот он поставил свою подпись, заместитель руководителя Барабанщиков, и пишет: на основании изложенного фактов нарушения действующего законодательства судебными приставами отдела судебных приставов по Западному округу города Краснодара не выявлено. Я так понимаю, что данный руководитель покрывал, то есть эта ложь потом была выявлена, что пристав не Джавахов ДН нес службу, а Высочин. Высочин – это тот лысый судебный пристав, который и предоставил судье Ситникову те лживые, скажем так, показания, что я нарушал общественный порядок и производил видеосъемку, на основании чего мне было запрещено вход в здание Ленинского районного суда города Краснодара. Далее. Очень интересный момент идет дальше. Кроме того, судебному приставу Рыжову поступило устное распоряжение от председательствующего в судебном заседании судьи Ситникова В.Е. не допускать вас в судебное заседание, что подтверждается записью в журнале учета распоряжений председателя суда, председательствующего в судебном заседании. Значит, дорогие друзья, как мы видим на видео, не Рыжов получил распоряжение по телефону председательствующего суда Ситникова, а лысый пристав, фамилия которого Высочин. То есть здесь, опять же, тоже ложь и покрытие. Для чего, как бы непонятно. Ведь здесь он пишет, что из представленных вами видеоматериалов установлено. Ну вот, посмотрим, что ответит проверка по данному факту. Следующий момент. Я очень надеюсь, что, может быть,
мой канал смотрят юристы. И у меня вот такой к ним вопрос. Ребята, подскажите, пожалуйста, вот мы с юристом не смогли найти такой шедевр, который вот описывает данный руководитель барабанщиков. Визуальный осмотр, являясь неотъемлемой частью личного досмотра и досмотра вещей, запятая, представляет собой их обследование без нарушения конструктивной целостности, запятая, а также не требует наличия двух понятых и составления протокола, точка. Чтобы убедиться в том, что в ручной клади нет запрещенных предметов, судебным приставам по ОУПДС необходимо осмотреть дно сумки, содержимое папок, карманов, путем извлечения из нее личных вещей. Точка. Это может производить сам гражданин, запятая, тем самым, запятая, демонстрируя, запятая, что у него нет намерения пронести оружие и запрещенные предметы. То есть, ну, вот этот вот абзац, он, ну, мы не смогли, в общем-то, нигде найти, где может содержаться этот шедевр. И я буду признателен, если вы в почту напишите, что это может быть, откуда это взято, и хотелось бы с этим ознакомиться, ну, немножко быть подкованным, какие еще сюрпризы могут предложить гражданам судебные приставы. На самом деле, значительно позднее было установлено, что судебный пристав, высокий в черном, это пристав Рыжов, М.Д. Также мне пришел ответ из МВД о том, что они передают материалы дела в Следственный комитет. При этом основания, по которым они приняли решение о передаче данного материала Следственному комитету, нет. Просто взяли и передали. Или основания для передачи были? Сотрудники Следственного комитета же, в свою очередь, также разбираться не стали и передали этот материал обратно в МВД. В своем письме Следственный комитет указал, что оснований для рассмотрения нет. МВД же, в свою очередь, эта ситуация также не заинтересовала, и они спихнули его в управление службы судебных приставов. Круг замкнулся.